Ребята, это же Красный Шарик и Злые Квадраты в Tower Conquest, вы только на них посмотрите! Гаеськи, ребята, меня зовут Флавиас, и Tower Conquest возвращается вместе с новыми персонажами, ребята. Да-да-да, вам не послышалось? Новые персонажи. И поставьте лайк этому видео, и тогда, ребята, чем больше лайков наберет это видео, тем быстрее я смогу, смотрите, открыть всех этих новых персонажей, пока у меня они недоступны, но скоро я их поубиваю. Итак, ребята, смотрите, тыквоголовый, это просто невероятный монстр. И, как вы видели, уже ведьма. Тут у нас есть баллиста. Это парень с такой вот установкой на спине. Есть вот такой вот маг-рыцарь. Ребята, у него очень-очень крутая прокачка. И смотрите, здесь есть еще друид. Не знаю, ребята. Она какая-то... Ой, она может им замораживать и силами природы бить. Вот это круто, ребята. Это просто невероятно. Так, ну что ж, ладно, давайте посмотрим, тут много нового есть и... Ребята, это же Красный Шарик и Злые Квадраты в Tower Conquest, вы только на них посмотрите! Какие они ужасные! А мы их можем с собой взять и можем против них играть, ребята! Вот это да! Так, ладно, я хочу, ребята, за Красного Шарика поиграть. А ну-ка, в бой давайте попробуем. Так, получить сейчас, ребята! А, это нет, это все денежек стоит. Вот это да, вот это он крутой. Смотрите, какой он классный. А, такой крутой Красный Шарик. Так, ну ладно, ладно, давайте сосредоточимся, ребята, и просто будем высылать как можно больше. Так, давай. О, смотрите, ребята, наш парень с бензопилой выигрывает, так. Я даже не помню, ребят, я это собирал колоду, даже не помню. Смотрите, шарик, ребята, с арта стреляет лазерами, ха-ха, круто! Вот это да. Да, правда, ребята, теперь у нас есть новая мотивация играть. Нам можно, скажем так, и нужно собрать новую колоду. Правда, не знаю, можно ли их купить без доната, ну, точнее, получить без доната. Наверное, за ежедневные квесты я там видел какие-то. Сейчас будем разъяснять, сейчас будем выяснять, что и как нам делать, ребята. Так, давай, а ну, шарик, стреляй. Вот это он забавно смотрится, ребята, посмотрите. Так, давайте торнадо вызываем. Так что я совсем расслабился, наверное, давайте как-то ускорим весь этот процесс, повеселее сделаем. Так, давай. О, да, ребята, о, да. Так, все, стоп, что, какой удар? Нам нужно больше золота. Ай, давай, шарик, с арта стреляй лазерами. Ха-ха, он их просто, ребята, раскидывает. Ну что ж, давайте мы своего босса вызовем. Так, и нам нужно побольше грифончиков, потому что грифона может, конечно же, босс достать. Негодяй такой. Так, ладно, давай, лучница суперспособность. И опять, смотрите, ребята, красными лазерами стреляют. Вот это да, ребята. Так, и все, финал, ребята, победа. Вот это да, Красный Шарик. Как он сюда пробрался, ребята, я не знаю, честно говоря. Но это круто, поэтому, я думаю, видео заслуживает лайка. Так, сундук роботов, что же в нем будет? Да, к сожалению, здесь, наверное, не будет этих штук. А давайте возьмем отряд, в котором, ребята, есть Злые Квадраты. Это что-то невероятное. Просто посмотрите, ребята. Вот это да, просто. Это же квадраты. Вы только на них посмотрите. Так, ну давайте мы немножечко ускорим. Ай-яй-яй. Так, давайте ниндзя вызываем. Помните, ребята, помните челлендж один против всех. Ниндзя его прошла. Поэтому ниндзя это, наверное, самый желанный. Квадраты дают нам щиты, ребята. Специально какие-то квадратические щиты. Вот это круто. Так, ладно, хорошо. Так, давай, выходи. Побольше, что-то как-то мы быстро справились. Ну, понятно, что мы быстро расправились со всеми, потому что здесь всего лишь навсего... Блин, так хочется эти ежедневные, блин... ежедневную фортуну испытать, ребят. Ну ладно, так, давайте продолжаем. Бой и, ребята, воу, смотрите, где мы. Так, а ну-ка. Привидение! Нет, не пугай нас! А, не сильно привидение нас и напугало, на самом деле, как-то вообще не страшное оно. Потому что тут крутые квадраты стоят на нашей страже. Так, ладно, я понял. О, давайте-ка мы, наверное, весь этот процесс ускорим. Так, давай. Так, давай, фигачик всех, ну же, вы сможете, мои лучшие колоды.
Да, смотрите, у Ниди срабатывает ее суперспособность, но эти квадроты, они просто крутые. Так, давай. Все. Ну, тут мы же, я думаю, победили на изи, в легчайшую. Даже босса не буду вызывать. Я победил, даже не влаживая больше 300, можно сказать, очков. Да, слишком легко, все, в общем. Разбивайте здание и торнадо напоследок. Да, смотрите, там на заднем фоне так промелькнуло. Прикольно, ну что ж, продолжаем. Так, наверное, давайте сыграем еще разочек за шарика. Почему бы и нет? Давайте попробуем и ним тоже сыграть. Смотрите, какой там на заднем фоне такой, не знаю, скала, какой-то череп, скелет, подобное существо. Но, ребята, у нас красный шарик, поэтому нам ничего не страшно. Так, и еще. И давайте так. Блин, Франкенштейн, ребята, не самый лучший, конечно, оппонент для наших маленьких лучниц, но ничего. Мы сейчас короля вызовем, а к нему... Фу, это же некромант, ребята! Так, некромант злой парень, но он свое дело знает, урон он наносит отличный, просто великолепный. Так, идем... Что? Так быстро? Фу. Даже я и не напрягался, ребятушки, вообще ни капельки. Так, так, и что дальше? Смотри, блин, так хочется эти новые колоды получить. Ну ладно, ладно, давайте продолжим. Смотрите, ребята, смотрите и восхищайтесь, это выжженные земли просто. И шарик с нами, шарик красавчик. Так, ну что ж, давайте, кого ты к нам вызовешь, а? Кого-то, о, некромант, привидение... И, в общем-то, летучие мыши. Да, давайте, знаете, мы что? Мы сразу, ну, поскольку тут длинная зона, можно на максимум прокачку прокачать. Конечно, извиняюсь за тавтологию, за повторение, то бишь, но так мы и поступим, наверное. Все, на максимум прокачали мы. Так, хватит наше здание фигачить. Так, отлично. Все, отбиваемся теперь потихонечку. И проезжаем. Да, победа. Так, давай. Так, босса нашего, конечно, прибили, но ничего. Да, без танков нам тяжеловатисто немножечко будет. Но мы получили ускорение. И с его помощью, конечно же, победим. Это я вам гарантирую. Так. Давай. Да, летучие мыши сверху очень мешают, но давай красный шарик сейчас с арта красным лазером стреляет и получают все негодяи, давайте. Так, да, тяжело, ребята. А это даже еще мы с боссом не сражаемся. Да, это капец вообще, ребята. Так, ну все, да. Сложнее намного сражаться с простыми юнитами, нежели просто с главными зданиями. Да, не на все звездочки прошли, но ничего, ребята, продолжаем. И вот он, ребята, тут уже идет босс. Босс просто... Так, это будет Old One, ребята. Old One против красного шарика. Кто же кого победит, как вы думаете? Ставьте комментарии, пишите лайки. И как всегда, в общем-то. Так, я вызвал сначала немножечко, скажем так, подкрепление для нас. Ну, чтобы оно тут разобралось с приближающимися врагами. Мы тактически будем поступать, то есть пускай. Мы пока прокачаем нашу добычу на максимум, да, пускай наше здание пострадает. Шарик, ты сможешь. А вот сейчас уже можно, так сказать, на все деньги можно выезжать. Так. Old One, ребята, как давно я его не видел, он такой огромный, я не представляю, что же с ним не так. Что же ты за кусок Old One такой? Что же ты за негодяй? Что же ты так западло такое? Так, прыг-скок, уля-ля-траля-ля. Побеждаем. Так, вызываем босса, и я думаю, все, мы будем идти уже к победе. Так, ну красный шарик, а ну давай еще... своими лазерами. Он, видите, иногда такими, иногда всякими лазерами стреляет. Странно он какой-то. Ну ладно, все. Добиваем здание. И, ребята, так, все. Это победа. Ну, вы понимаете, да? Это победа. И, ребята, я хочу, чтобы вы поставили этому видео лайк, подписались на канал и написали в комментариях. Вы хотите еще новые серии? Вы хотите новых героев? Тогда пишите об этом в комментарии. С вами тем временем был Flavius. Adios, amigos! Thank you.